Волонтеры «Единой России» помогли инфекционной больнице Звенигорода убрать с территории поваленные во время грозы деревья. Об этой проблеме сотрудники медучреждения рассказали в ходе дистанционного приема председателю фракции «Единая Россия» в Совете депутатов Одинцовского округа Вячеславу Кирееву. Упавшие деревья перекрыли проезд и пешеходные дорожки. За одну ночь силами волонтеров партии «Единая Россия» стволы были распилены и вывезены.